Обратите внимание, что неправильно подобранная форма бровей или неумело заштрихованные кустики над глазами может разрушить тщательно создаваемый макияж. Всем привет, меня зовут Женя Гейн. В этом видео я покажу вам мой способ оформления бровей. Брови я буду оформлять при помощи теней и туши для бровей. В палетке у меня имеется самый темный оттенок под названием блонд. Наносить тени мне удобно жесткой тонкой кисточкой. Начинаем рисовать полоску по нижнему ряду волос на брови, немного заходя за границы, так как мне нужен эффект густых бровей. Затем провожу полоску по верхнему ряду волос, немного выхожу тоже за границы, но максимально сохраняю форму. Затем растушевываю тени по всем бровям. Всегда делайте акцент на изгибе брови, делая ее немного ярче, а начало брови наоборот растушевывайте, чтобы бровь была мягче. Довести вашу форму до идеала вы можете при помощи специальной таблицы. Так как мои волоски темные, я использую тушь для бровей коричневого цвета. Она одновременно фиксирует и прокрашивает мои брови. Если брови у вас получились немного неровные, вы можете подправить их при помощи маленькой кисточки и плотного корректора. Обычно я провожу корректором тонкую линию прям под бровью, тем самым зачищая бровь и придавая ей форму, еще более четкую и изящную. То же самое я делаю сверху. И уже в самом конце, на то место, где я наносила корректор, сверху я припудриваю немного пудрой, чтобы убрать легкий блеск от корректора. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.